стартовал второй раунд противостояния «Компьютер против человека» по игре в Го. Искусственный интеллект одолел профессионального игрока накануне, и сегодня у человека есть шанс отыграться. В среду 18-кратный чемпион мира кореец Ли Се Доль уступил компьютерной программе «Альфа-Го», созданной компанией Google. Первая партия матча из 5 игр состоялась в Сеуле. За противостоянием можно было следить в прямом эфире. Ли Се Доль признал поражение через 2 с небольшим часа после начала встречи. Оставшиеся 4 партии пройдут 10, 12, 13 и 15 марта. Победитель по сумме встреч получит денежный приз в 1 миллион долларов. В случае победы своей разработки Google пожертвует деньги на благотворительность. Создатели программы также отмечают, что вопрос, кто победит, для них не главный. Важнее протестировать возможности искусственного интеллекта и найти им применение в других сферах, включая медицину и робототехнику. Китайская настольная игра Го возникла около 3000 лет назад. Профессионалы отмечают, что она значительно сложнее шахмат, поскольку предполагает огромное количество ходов и комбинаций.